Погоди, мы сейчас за Тимоху играем, что ли? Так это ж имба. Офигеть, я теперь сейчас могу кормить чисто пирожком их! Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в побег от Тимохи Шалуна. В общем, вышло новенькое обновление, ребята. Во-первых, добавили скины. О, найс! Ну, то есть, это как вот из 5 ночей, в общем, с Тимохой. Блин, вот этот нам нужен. Обязательно. Пока что нет денежек, но ничего, мы наберем. Лес дружков. Отправляемся, чуваки. Так, и что теперь? Уходи, злодей, не буду я... Погоди, мы сейчас за Тимоху играем, что ли? Так это ж имба. Офигеть, я теперь сейчас могу кормить чисто пирожком их! Хорош! Слушай, это имба! И при том времени у нас не так много, но зато мы еще бабки за это получаем. Найс! Так, где все дружки? Они 100% сейчас в домике! Пекут пирожки! Нет, нету! Я, кстати, почему-то могу... Счет 3, ты проиграл. Так. А как выиграть? Вопрос, а как выиграть? Секундочку. Где все дружки? Вот один вижу. Крабрайте, какой вкусный пирожок. Так, стоямба. Слушай, сюда срочно надо онлайн добавлять. Чисто с друзьями так играть. Один за Тимоху будет, второй за дружка. Так, спокойненько, ну-ка, стоямба. Крабрайте, какой вкусный пирожок. Было бы забавно, если бы они нас пирожками еще бы чисто кидались бы. Так, нормально, мы сейчас еще на масочку, ребят, накопим, нормально все будет. Так, тихо. А какой нужен счет, чтобы мы выиграли? Может, здесь надо что-то... Так, понятненько. Так, стоямба. Первый есть. Накормлен. Мне нравились со вкусом каких-то там охотничьих колбасок. Вроде было прикольно, да? Печка даже здесь есть. Короче, им не дали просто шанса, понимаешь? Они, конечно, могут убегать, но по факту... По факту, ребят, не могут нас кормить. Опа. Погоди, там что-то есть. А, там чайник, кстати. Там чайник для Гены. Какой вкусный пирожок. Кушайте, не обляпайте. Крабрайте, какой вкусный пирожок. Не, ну тут бы добавлялось хотя бы время, было бы вообще зашибись. Но это все равно прикольно. Так, ладно, мы пока что, ребят, выходим. Скин. Ну... Ну, это такое себе. Конечно, ребят, хочется шлепу. Конечно же, купить. Так, что еще, ребят? Да давай еще раз. Давай еще раз. В принципе, это прикольный режим. И мы пойдем... Так, хорош. Тихо, падай. Ты че, дружок? Дружище. Вот эмулятор единственный, вот... Не знаю, ребят, настрою, обещаю, в следующий раз настрою. Короче, мне сказали, что также есть отсылка на Декарта. И она вот здесь, вот на этом доме. Блин, ну чтобы ее увидеть, это, конечно, капец, надо постараться. Серьезно, мы сейчас, кстати, пойдем посмотрим на нее. Так, ну, в принципе, пойдет здесь. Так, день, давай быстренько вот так вот сделаем. Одна минута. Нужно поскорее добыть дров и налепить пирожки. Капец просто. Так, время. Отлично. Сейчас чисто, ребят, показываю. Если вы еще знаете отсылочки на ютуберов какие-то, обязательно напишите. Поглядим, друзья. Так, Тимоха через 40 секунд встанет, а нам нужно посмотреть. Где? Где-то, по-моему, там, да? Да, вот, все правильно.
Так, на меня отсылка есть, мы это увидели уже, это прикольно. А вот тут вот Декарт, оказывается, есть. Ну, я, если честно, еле спалил. Вот он, прикинь! На крыше! Как-то так, друзья. Так, ладно, в принципе, тут понятно, ребят. Ну, пойдем еще рекордик поставим, попробуем, ребята. Лес дружков пока нет, выживание. Вот сюда вот надо. Все-таки вот этот режим как-то поинтереснее будет. Так, тихо, Гена, погоди. Вот за Гену прикольно будет играть. Чисто летать, короче, на этой метле, ребята. Вот это имба. Смотри, какой вкусный пирожок. Не, ну я так не играю, когда эмулятор лагает. Получи по-хлебосовски. Смотри, какой вкусный пирожок. Так, найс. Там еще идут, ребята, там еще идут. Надо аккуратней просто играть. Гена, погоди. Держи кирпичик. А тут можно, знаешь, чисто, короче... Погоди, надо кое-что проверить, ребят. А что, если на дорожку вот так вот обложиться пирожками? Блин, они что-то пропадают на самом деле. Они пропадают! Это беда. Это плохо! Это плохо, пирожки! Я не знаю, какие-то черви сжирают! Как из этого, как из лунтика, ребята, этот... Как там его? Этого червя звали, блин. Видимо, сожрал по-быстрому эти пирожки вкусные. Какого фига, блин? Так, ну, кстати, тут нормально. С ракетку уже заработали, и тут можно выживать. Тут получше. Так, 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 ребята, нет, нет, нет. Такс. Сейчас они будут меня преследовать, блин. О, чисто заспавнился, видел? Так, держи, дружище. Ох! Двоих одним пирожком, ребята, ты это видел? Так, там пирожков, кстати, дофига, ребят. Вот это забираем, вот это собираем. Чувачки. Короче, понятно, ребят. В следующем обновлении будем уже играть за деда, можно будет. За Гену. Есть такое ощущение, да? Ну, кстати, а также еще по новостям, ребят. Вроде как, ребята. 5 ночей с Тимохой уже скоро. Третья часть должна вроде как в конце августа выйти. Так что, ребят, ну, в принципе, будем ждать. Ладно, ребят, поглядели мы с тобой обновление такое, но все равно прикольно, прикольно. Был бы еще онлайн, было бы вообще забавно. Так, ребят, ну что вы? Давайте сюда. Прошу, окружайте меня. Я же кинул, что за фигня? Все, короче, поймали, ладно, ребят. В принципе, как-то так, друзья. Давайте скинчик ПП. Обязательно ставь лайкосик, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.